Здесь Буреч, my friends. Короче, взял у отца мотоцикл, по сути, да, мотороллер, не знаю, что это такое, мопед, зодиак, покататься, вот еще и шапку в придачу, чтоб уши не мерзли, потому что на улице, ну, где-то плюс 12, наверное, такой ветер холодный. Но, блин, это огонь, просто вообще, я тут езжу, вот сейчас это еще более-менее нормальная дорога, там в гаражах вообще прям ухабы разбитые, выбоины, всякой ямы там, ну, на машине едешь, прям машину жалко, откровенно, да, вот. На этот же мотоцикл специально, чтобы ездить по рыбалкам, там, по всяким лесам, полям, 14 тысяч рублей. Здесь я максимум до 70 разгонялся. Вроде как даже до 120 он разгоняется. Но я вам скажу, что за 14 тысяч рублей вот так вот вертел я всех этих голубчиков, гоняющих там на мотоках по 300 косарей, по 400, по 500. Вот туда вот. Это, ну, реально, если хочешь кайфануть, вот зачем платить больше? Я просто давно хочу себе мотоцикл, и все выбираю, прицениваю. Сейчас уже ценник у меня при выборе мотоцикла практически до 200 тысяч уже поднялся, да? Вот. Вот батя взял за 14 тысяч. 14 тысяч рублей едешь, как на взрослом мотоцикле. Нормальные колеса. Ну, понятно, что по трассе это другое дело. Там не погоняешь, ни фуры не обгоняешь. Ну, это вообще другой вид радости от жизни. А вот так вот, по такой вот дороге разбитой, по всякому говну, по лесам, по полям, за 14 тысяч рублей, без вообще аккумулятора, то есть он там, аккумулятор не нужен, просто есть кикстартер и все, там нечему ломаться. Тут, ну, отлично, просто вообще шикарно я ехал, адреналин ухапнул, если честно, вообще нормально. Может быть, потому что я очень давно на мотоке не ездил, но, блин, мне прям вот я кайфую. Это еще раз мне говорит о том, что надо срочно покупать мотоцикл мне, потому что, блин, ну я вот сейчас так кайфанул, просто вообще круто. Ну, сейчас я еще немножко вам его покажу. К сожалению, не могу вот ехать и одновременно снимать, потому что одна рука, получается, газ крутит, да, вторая сцепление выжимает, переключаясь в передачи. Передачи втыкаются просто вообще божественно. Тык-тык-тык. Все вниз, с первой по четвертую. Пяткой в обратную сторону. Прям очень удобно. Вообще, вот респект. Респект китайцам. Я даже не ожидал, если честно, такой вот техники за 14 тысяч рублей. Зодиак. И он, ну, просто божественный. Он новый, тридцатку стоит. Ну, вообще. Батя говорит, у него расход... Он 200 километров проехал на одном баке. 200 километров на одном баке. Вот такой малюсенький бак. Ладно, сейчас я переверну камеру. Вы представляете, вот на таком баке 200 километров. Ну, вообще отлично. Круто, что здесь показывает, ну, он только при заведенном двигателе показывает сразу ту передачу, на которой стоит мотоцикл. Обороты, ну, что тут еще нужно? Обороты, пробег, скорость. Ну, вот я сейчас разгонялся, где-то до 60 разгонялся. Потому что по таким дорогам я на 60 там выбоина была, ну, потряхивает его отменно, да. Дальний, ближний, поворотники, все, звуковой сигнал даже, ну, видимо, надо завести. Вот здесь какая-то шняга еще, фиг его знает. А, видимо, тоже что-то со светом связано, да. Еще какая-то, а, видимо, это электрозапуск был когда-то, да. Но здесь сейчас только работает с кикстартера. Причем заводишь его сидя. Единственное, мне лично мешает эта фигня ногу закидывать, да. Ну, это уже такой апгрейд, потому что, к сожалению, здесь багажника нет. Ну, тут есть вон стульчик для рыбалки. То есть, ну, отменная вообще техника. За 14 тысяч, ну, это трындец. Вы игрушку купите за 14 тысяч ребенку. А тут столько кайфа просто. Я ехал, реально кайфовал. Сейчас обратно погоню. Ну, в общем, тут сидя, просто сидишь на нем, да, отгибаешь ногой вот эту штуку. Дайте я даже попробую. Единственное, подножку убирать, как бы не упасть. Вот очень мне неудобно. Вот так вот. Ну, когда еду, смотрите, я небольшого роста, да, не какой-нибудь там жираф, если что, жирафу привет. Ногами вообще, хоп-хоп, он легкий, смотрите, руль не держу, вот так вот он между ног у меня болтается. Сзади все более видно, ну, батя подстроил под себя, поэтому мне плохо, если честно, видно. Тут нужно ослаблять вот эти вещи, чтобы было видно нормально. Ну, а так, в остальном... Прямо, фу, я кайфанул. Сейчас ехал шикарно. Сюда я не знаю, что можно посадить еще кого-нибудь, наверное, перед собой. Вот. Ну и заводить его, вот. Хоп. Отодвинул кикстартер. О. Так, нейтраль, да, у меня нейтраль стоит. И хлоп, и заводишь. А, ключ. Что я делаю-то? Ломаю батя мотоцикл. Ну давай. О!
Видите, рычит. Рычит прям вообще шикарен. Ну ладно, я поехал. Давайте, пацаны, пока. Покажу еще, как передачи втыкаются. Просто вообще божественно. Сцепление выжил. И вот, смотрите. Ну просто вообще. Чик. Первая. Сразу. Ничего ловить не надо. Чик. Вторая. Чик. Третья. Хоп. Четвертая. Огонь просто. И в обратную сторону пяткой. Хоп. 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 Все, до первой. Нормально. Ну, нейтраль. Ничего ловить не надо. Просто я помню, в мотошколе просто, блин, доставало меня ловить нейтраль. Это было одно мучение. Вот такая коробка. Просто огонь. Ладно, все, погнал на подножку. Подножка тоже отсюда убирается. Отлично просто. Блин, классный мотоцикл. И я чувствую на нем себя вот как на мотоцикле. То есть не как на скутере. У меня был скутер, на нем я тоже ездил. Здесь за счет больших колес. Ну, вообще шикарно. И по высоте он мне отлично подходит. Прямо 14 тысяч рублей. Кайфа. Кайфа море просто-напросто. Ладно, давайте, пока. Ты что, богатенько? А этот, хоть был родной, да? Ага. Блокируется руль. Руль блокируется. Вот, все. Видишь? Да, удобно, удобно. Прикольно, что здесь скорости показывает сразу. Да. Это скорости показывает здесь. Вот скорости. Вообще шикарно. Это свет. До 120 гоняет. Да. Свет. И самое главное, что переключается. Я вот учился на права. Ну. Очень плохо там. Мотоленд мотоцикл назывался, тоже китайский. Вообще плохо. Нейтраль не ловилось, ничего. А здесь прям четко. Чик-чик-чик. Да он раздолбанный был, что? Прям отлично. Ну а ящик ты сам уже сделал. Ну, это Андрей сделал сам. Ну, у меня свечка была, вот. Да, шикарно, сразу шлем. Ну, старый у меня был, который. Вообще хороший мотоцикл. 14 тысяч рублей. Настоящий мотоцикл, он вообще. Он так-то стоит 30 тысяч сейчас. Ну, 30 новый он стоит. Ну, да. Все равно. Это же вообще здорово. Ну. Как светит он? Нормально, хорошо светит. Большие колеса. Ну, сейчас увидишь. Сейчас заведу. Давай, заведи, я еще сейчас прокачусь на нем. Никакого аккумулятора, кикстартер, да? Ну. Вот. Ну, днем-то непонятно. Светит и светит. Да, хорошая машина. Ну, считай, поворотники простые, никаких там этих сломалось. Открутил новый, поставил. Да. Да. И я ехал на нем, так чувствовал, как на нормальном мотоцикле еду. Ну, здесь буду. Вчера обнашу заменил мотор. Угу. Ну, сколько, говоришь, бака хватает? Ну, я тут заливал, да? У паспорта на 200 литров. На 200 километров? Да, да? Ну, километров на 150, наверное, хватает, да, пробега. Да, вообще шикарно. Сейчас еще прокачусь. Снимай. Давай. Видно меня там с головой? Mm. Ты не поворачивай, вот так вот. Вот, вижу. Отлично. Значит, вниз скорости, да, с первой? Да, да. Сейчас на нейтрале стоит. Да, да. Все четыре скорости внизу. А обратно, обратно пяткой. Ага. Ну, задней передачи нет, соответственно. Нету, нету. Так, это газ, это сцепление? Да. Ну, то есть газ туда. Андрей, короче, рвет, понял? А? С места рвет. Ну, сейчас попробуем. Все, выключай, да?